Вас вітає команда сайту ProBerdyanskBiz. З вами Сергій Старушко. Я швидко розкажу про найважливіші події у нашому місті на цю годину. Минулої суботи Бердянськ накрила потужна злива. Треба відзначити, що дренажна мережа впоралася з потоком дощової води. Великі калюжі на дорогах затрималися недовго. Проте, звичайно, були і проблеми. Сьогодні після негоди виконуючий обов'язки міського голови Олексій Холод зібрав виїзну нараду для обстеження системи зливосточної каналізації. То, что мы делаем, то, что мы чистим ливневки, это замечательно. Да, вода уходила. Мы наблюдали, пускай там в течение часа все огромные лужи, они разошлись по ливневодам и, скажем так, стало сухо. Но даже сейчас, когда мы проезжали, мы увидели как минимум несколько ливневок, которые не нуждаются в ремонте. Не только в том, чтобы их чистили, а и в реконструкции. Некоторые там текущий ремонт нужно сделать. Да, вот определили, что есть место, где антиуклон. Если мы текущим ремонтом сможем оперативно решить эту задачу, то нужно будет и есть поставленные уже задачи и заместителю городского головы по поводу того, что оперативно подготовиться и выполнить эти текущие работы, чтобы вода спокойно уходила и не было антиуклонов. Есть где нужны капитальные ремонты и уже разрабатывается проект. Нужно просто все поускорять и сделать насколько можно быстрее ремонтные работы, чтобы мы не наблюдали таких потопов, как это было в ту же субботу. У районі Верхової майже не залишилося пляжу. Внаслідок сильного шторму, що вирував 28 липня, частина прибережної території пішла під воду. Як розповів нам директор рятувально-водолазної служби Олександр Врублевський, у деяких місцях море з'єдналося з лиманами. На даний момент вода трохи відступила. У п'ятницю, 23 липня, через тиждень після замаху, помер чоловік, який став жертвою невідомих злочинців. Нагадаємо, вранці 20 липня на вулиці Європейській троє зловмисників напали на водія Міцубіші. Чоловіка побили та завдали йому кілька ножових поранень. Важкопораненого його доставили до реанімації Бердянської лікарні. За даними медиків, потерпілий весь час перебував у комі і так і не прийшов до тями. У цьому році нарешті у Бердянську почали вирішувати собаче питання. Безпритульних тварин відловлюють та ізолюють від суспільства. Як відзначають опитані нашими журналістами бердянці та гості міста, результат помітно – тварин на вулицях дійсно поменшало. Ситуація з бездомними тваринами, собаками? Ні, Бердянський не наблюдав. В Харкові їх абсолютно немає, там прививають, вибирають. В Бердянске я не замечал, не знаю. Не бачу собак. Не. Не вижу я их здесь. Мы даже здесь кошечки. Все устраивает, ни одного замечания никто не дает. Бродячих собак меня не смущает, у вас их мало. Правда, я вот увидела две всего лишь, у нас побольше. Не, ну мы не ходили в этом году нигде. У нас побольше. Ой, нет, и у нас нет, и здесь нет. Это вот приятно. Приятно это видеть. Так, ситуация с бродячими собаками в сравнении с Запорожьем? Не встречали, в Запорожье больше. Одинаково. Одинаково много, мало? Одинаково и много, и мало они, как бы, в сравнении одинаково, в принципе, что там, что здесь. Я не видела бродячих. Да, здесь редкость, редкость вообще. Да, у нас не редкость дома. Нет, у нас, да. А тут, ну, не видели пока, мы пятый день, да? Пятый день не видели пока. Тут вообще нет, я смотрю, вообще. Возле моря даже нет, то были на пляже хоть. А у вас как с этим вопросом? Ну, у нас есть, честно, есть. Не видели. Ну, честно, вот мы просто это самое, мы не замечали. А у вас как с этим? У нас, ну, есть немножко. Тут много собак, конечно, особенно вечером идешь, так страшновато. Собачки, вот маму мою укусили собаки. Недавно, так что в Запорожье как-то не видела собак, там меньше. Одну видели за все время, говорят, где-то бегали, но я еще не видел. А у вас много или нет такой проблемы в городе? Ну, скажем так, они присутствуют, но не так, чтобы раньше было гораздо хуже. Сейчас более-менее нормально. У нас в основном уже собаки все ходят под номером, то есть они стерилизованы, все как положено. Здесь я не видел, но вот ночью слышно, конечно, спать не очень, что лай, вот это все, может быть, где-то просто они, не знаю, собираются или как. Я видела две стаи, как бы, но они не агрессивные, они,
как бы я нормально отношусь. А у вас какая ситуация с собаками? У нас много тоже собак, ну как бы их тоже вылавливают, там приютов много, заботятся, распределяют очень много у нас. В Харькове, вот что я заметила, очень много берут беспородных, вот с приюта очень много собак берут домой. Ну это приятно. У вас меньше бродячих собак? У нас прям... Значительно меньше. У нас очень много бродячих собак в городе. У вас значительно меньше. Лучше. Нам нравится. У вас существует такая проблема? Как борется с ней, знаете? У нас питомник есть. Питомник. Особо я не видела. Рассказывают, что борются, но їх как-то меньше не становится. Я не бачу, щоб вони заважали насправді ані відпочиваючим, ані в цілому місцевому населенню. Так вони мають право жити в Києві, уже, як ви знаєте, в принципі, котів, наприклад, визнали просто за місцеву достопримічательність. Так? Собаки теж є, це частина нашої, скажімо, екології, нашої сфери життя. І тому, якщо вони справді не заважають, якщо вони не хворі, не розносять ніяких інфекцій, а так і є, це доведено. Вони не заважають, ми ж голубів не виганяємо з міста. У Бердянську вперше за багато років відбувся автоквест. Захід зібрав близько 100 любителів машин та загадок. З учасниками та організаторами недитячого квесту спілкувалася Христина Каловська. Ми вирішили перепрыгнуть сразу на уровень, попробовать перепрыгнуть на уровень выше, сделать этот квест похожий на квесты киевского формата, то есть уже больших городов. Информацию у них не брали, потому что это наш город, мы отталкивались от нашего города. И будут задания на смекалку, разгадать ребусы. Будут задания на знание города. Будут задания, в которых придется намочить руки и ноги, и не только. Будут задания, в которых придется испачкать руки и ноги, и не только. Повну версію цього та інших сюжетів шукайте на нашому сайті. Ще більше цікавих і актуальних новин, яскравих фото і відео також цілодобово на pro.berdyansk.biz. Пишіть нам у Facebook у групі «Бердянськ онлайн», слідкуйте за новинами в Instagram і Telegram. Дізнавайтеся про все першими.